В селе Тугустарау Жамбулского района прошло торжественное открытие новой 32-й по счету мечети. Теперь правоверные мусульмане будут собираться на торжественное благослужение уже в новом храме. Подробности смотрите далее в сюжете. До сегодняшнего дня жителям аула Тугустарау приходилось ездить в мечеть в соседнее село. Теперь же нет никаких препятствий для соблюдения традиции в родном. Строительство мечети началось 7 марта, и вот спустя 7 месяцев она распахнула свои двери. В каждый аул нужен дом Аллаха, потому что традиционная религия наших предков прививает каждому верующему человечность, грамотность, воспитанность, поэтому мечети всегда нужны. Стоит отметить, эта мечеть многие годы была мечтой старейшин и правоверных мусульман села. К слову, жители, собравшиеся на церемонии открытия храма, выражают свою благодарность. Также рядом с мечетью построены медресе и жилой дом, в котором будет проживать имам села. На церемонию открытия мечети с радостью собрались все жители. Это 32-я по счету мечеть в селе Аса. На сегодняшний день, к сожалению, все еще есть села, в которых нет современных, соответствующих стандартам мечетей. Поэтому новая мечеть в Тугустарау издавна была мечтой местных жителей. Новая мечеть была построена на добровольные пожертвования прихожан и спонсорской поддержки. Жители выразили благодарность президенту фонда Всемирной мусульманской молодежной ассамблеи Мухаммаду Мади и региональному представителю фонда Жалилу Шалбаеву. В завершении церемонии старейшины дали благословение и пожелали благополучия нашей стране и народу. Асимжан Жузбаева, Сапар Серикулы, Жамбул Ньюс.